Ребятки, всем привет! Всем доброе утро! Я вышла. Мне надо вон там белье развешать. В такую хорошую солнечную погодку. Все на улицу, на улицу. Вот. Ну, видите. Так. Ну, с утра холодно. Плюс 8. В тени. Сейчас развешу белье. Обстригу розу тоже. Хотя смотрите, вот смотрите. Ну вот смотрите, да? Есть люди, кто розы обстригает весной. А? А есть люди, кто вот прям вот столечко оставляет, считай. Все срезает. Как быть? Оставить? Или как быть? Или срезать? А, ребятки? Вот что делать? Оставить или срезать? Не знаю. Буду развешивать. Что у нас там? А, мастер. Какой там 100-миллионный уровень? Что у нас там? Вот, нарциссики пробиваются, растут, растут. Видите, нарцисс. Растут. Все хорошо. Январь вовсю. Вот такое у нас. Все, пошла, ребятки, заниматься. Мамочка читает. Да? Ну, покажи, как ты читаешь, мам, вслух. Давай! Мам, давай, вслух. Анна Петровна подскочила к двери, распахнула ее и вцепила, и втащила в комнату высокого летчика. Погромче, мам. У летчика. Мам, прям громко, давай. Очень смелое лицо. У него были смелые глаза, высокий смелый лоб и твердые смелые губы. Наверное, он ни разу в жизни ничего не пугался. Но сейчас он смотрел на Анну Петровну с изумлением и даже некоторым страхом. Ну, голубчик, сейчас же садись пить чай. Закричала Анна Петровна. Ребят, всем привет. Мама читает. Саня там пылесосит. Я сейчас белье развешивала. Вот. Сейчас еще закину. Закидывала темное. Сейчас будет белое. Вот. Ну все. День начался. Всем хорошего дня. Здоровья. Чистого мирного неба над головой. Всем вам благ. Желаем. Вот доктор медицинских наук, врач высшей категории, ПАК Александр Борисович, физиотерапевт станицы Геогинской, делает, как она, тока-шока-мока-терапию маме. Сейчас на ваших глазах будет рука вот так делать. Адя! Адя! Я шучу, Саня не медицинский работник, так же, как и я. Вот. Так, диоды. Диоды, да. Мама сейчас у нас почитала книгу. Вот так вот сделали, удобно. Видите, лежит, облокотилась. Спинка подключает. Сколько там вольт? Ватт, вольт? Не знаю. Вот. Ну, не 220 же. А это надо потом подзарядить, эту машинку. И все. Мы с утра искупались, чистенькие. Ниночку, ну, шаль. Да, мам, надели? Мама сидит, все разглядывает. Какая умничка, если это первая работа, то что потом вообще, да? Это у нее будет большое. Да, прогресс будет. Прогресс, да. Если первая и такая. И узоры. Да. Золотые и руки. И крючком. Не спицами, а крючком. Так это не салфетку под чайник. Это ты посмотри, какой огромный. Это платок. Платок, да. Еще вот здесь смотри, как это кончики не просто вот так вот. Умничка, Ниночка. Шерстяная, мягкая. Все, Мишке тоже сделаешь? Сделай Мишке на лоб. Одну отстегни у мамы на лоб. Сделай. Нельзя? Нельзя. Не надо. Я же шучу. Вот он. Басик со мной спал. Ага. Мишенька. Ой. Мишенька. На 30 минут. Надо потом батарейку включить, Саня. Там одно деление. Сейчас в любой момент может кирдыкнуться.
там у нас с ручкой. Видите, что творит? Видите, что поднимается как наверх? Как змея. Мышцы. Мышцы, да. Ну вот так лежи, отдыхай. Телевизор все отключаем, ничего отключили, ничего не надо. Просто вот лежи, отдыхай. Релакс, мам. Позу лотоса и релакс, мам. Дремать. Дремать, да, что еще делать? Сытые, намытые, лекарства выпили, почитали, позанимались. Да, все. Можно и подремать, да. И попердеть можно. Все. Отдыхай, мам. Отдыхай. Саня, а почему ты так сделал, только в мизинец 3 пальца? А почему вот этот большой не поднимается, Сань? Такие мышцы так. Да? Работают, да. Ну ладно, отдыхайте. Мы убираемся. Я суп сварю сейчас быстро. Вера приехала со школы. Привет. Всем привет. Ой, какая поделка. А это что за тема? А что помяли-то? Помяли-то. Это мальчик. А, это картоночка тоненькая, да, такая? Да. Это что? Снеговики. Да. А вот этот в центре кто это? Где? Вот этот вот кто, зайчик или свинка Пеппа? Свинка. Свинка. Она что, ест морковку, да? Да. Ой. Ой-ой-ой, молодец. Как дела в школе? Хорошо. Что там с ромашкой? Правильно сделали? Я еще не знаю, мы только сегодня тетрадки. Да? Ну потом мне скажешь лично. Угу. Лично мне про ромашку. Все нормально? Да. Ну, все хорошо. А я вещи разбираю. Угу. Настя лежит. Видите? В кроватке. Соска, смотрите, ребятки. Видите? И тебе тоже, и тебе тоже. Вот. Вот. О, видите, как человек лежит. Ручки какие, видите, как у ребенка живого. Да, Веруш? Угу. Это корги. Оказывается, корги – это любимая порода собак королевы Елизаветы. Представляете? Я зашла сразу в интернет, посмотрела. Конечно же, они не такие. Ну, лицо здесь какое-то узкое, такое здесь больше на таксу похоже, да, вот. А у них такие, ну, они другие. Но коротконогие, такие длиннотелые, прикольные, хорошие собачки. А здесь, видите, она прям какая, как такса такая, как Арчи даже больше похожа. Да? Да. Все, я дальше разбираю здесь. Все, сейчас надо убраться. Все нормально? Да. Все хорошо? А у Ромы до скольки занятия? До 2. Ну, сегодня пораньше, да? Угу. Ну, я там суп сварила. Пошлите. Верочка кушает. Приятного аппетита, доча. А я вот такой супик сварила. Она любит такие. Я... Ой, что там орут-то сейчас, ребятки. И вот что. Достала компот. Помните, я закручивала с вами? Что тут? Яблоки и красная смородина ассорти. Просто ничего не варила, ребятки. Не варю я. Не варю. Закидываю в банку. Вот на кулинарном канале много компотов. Вот. Закидываю в банку вот эти яблоки. Но главное, чтобы не было порчи. Вот, чтобы не было там гнилушек всяких. И главное, чтобы фрукты, ягоды, смородинка, все. Вот все было чистое и... Да, правильно, чистая, промытая, и не было порчи гнилушек. Все, заливайте, сахар кидайте, заливайте все. Сейчас попробуем, да, Ируш? А Вера вчера какой компот выпила? Сливовый. Она же, как мама, любит вишневый, вишенку. Вот, а? Мы с дядей Лешей надурили, да, Вер? Это вишня такая крупная. Это вишня, да? Ну и выпила, и похожа, да, на вишню, Вер? Голодная, да? Ты голодная? Ешь, ешь. Ну, сейчас попробуем вот этот вот. Банку я протерла заранее. Все. Протираю горлышко. Супер, ребятки, вот такие крышки. Ну, смотрите, я как-то купила такие крышки похожие. Вообще туго натягивается, соскальзывает, неудобно. А это вот она, знаете, как будто вот такая вот прям мягкотелый пластик. Ну, сейчас. А что там самый смак внизу? Сейчас. Самый смак в компоте это внизу. Да? Прежде чем его пить, нужно хорошо размешать. А,
это знаете, какие яблоки? Помните вот эти горные? На море ездили, помните, у мужчины на дороге? Он в ведерках продавал. Это вот эти яблоки. И все, и вот так. Ой, цвет какой красивый. А, ребятки, цвет какой красивый. Ну все, будем пить. Попробуй, дочь, компотик. Он вкусный должен быть. Очень это помнишь? Не понравится. Не понравится, надо всегда все пробовать. Попробуй, не понравится, значит, ты не будешь пить. Видите, все нюхает, как мама. Нет? Не любит, видите? Я вот. Только люблю такое, который похож на вишню, только вишню. Да, вот. Вера, вот я говорила же, не пьет компоты. Ну, давай как-нибудь так вот, через силу, может, попробуем после супика попить. Это же полезнее, чем понимаете, что. А Рома пьет, Рома все компоты. Рома нет. А вот Верочка нет, только вишня. Ладно, это я думаю, что у каждого человека есть. Что-то кому-то нравится, кому-то не нравится. Заставлять я никогда не заставляю. Но всегда говорю, попробуй, а может понравится. Понравится, ешь, пей. Нет, никто не заставляет. А я сейчас себе налью. Вера, огурчик бери. Огурчик, видите, вот ничего. Ни помидоры, ни огурцы, ни фрукты. Хурму вообще не едят. Но я хурму тоже не ела маленькая. Ребятки, за ваше здоровье. Компот. Горные яблоки, горные, видели, да? И что там? Красная смородина. Ассорти, ассорти. Запах, знаете, какой вкусный? Знаете, что напоминает? Я вот не люблю, когда много красной смородины. Вот бывает делают компоты, туда все подряд. Там такой ералаш. И вот эта красная смородина, она перебивает сильно вкус. У меня видели, да, там на дно, там чуть-чуть тонким слоем это смородина, в основном яблоки. И вот эти горные яблоки, прям, ребятки, знаете, этот пионерский лагерь. Школьная столовка, как раньше, я не знаю сейчас, когда в столовке компот. Ты пьешь в школе компот? Не пьет. Он вообще невкусный. А из чего? Я не знаю, он вообще. Ну, вот тебе, если этот невкусный, то это уже я... А может, там он бриллиантовый. Ну, человек не любит компот. Ну, видите как. И кисель. Там даже вишневый компот невкусный. Вкусно. Реально вкусно. Видите? А цветочек цветет. Мне сказали, ни в коем случае его не тряси. Будешь трясти, и вот эти даже бутончики начнут осыпаться. Вы знаете, пару штук осыпались. Трясти не буду и пересаживать никуда не буду. Отцветет, а женщина написала, что нужно в феврале пересаживать. Я его хорошо полила. Видите, там у меня мокрая земелька, хорошо полила. Вот, красивые, да, ребятки? Прелесть. Ну, телефон, что ты меня подводишь? Ну, вот. Ну давай. Эх. Ну, давай, фокусируйся на вот эту вот тычинку. Я же не отстану, я же принципиально. Ой, а руки какие здесь, ёшкин кот. Не хочет. Смотри, что творит. А ну! А ну! Не хочет, ребятки. О! Вот так вот надо. Ну, ладно. Давай, открывай. Ой, эту штуку. Пуки. Это не едят. Это, чтоб продукт не испортился. Вот, высыпай сюда в коробочку. А, рисовые вот клетки. Угу. Чем они пахнут? Рисовые клетки. Рисом пахнет. Угу. Плесени ничего нету. Нет, кидай. Ну, это, конечно же, имитация. На самом деле настоящий вкусный топ-пуки. Они продаются в уличных лавках, на улицах. Угу. А точно надо? Да, вставай сюда. А, я же читала. Это, конечно, все не то. Имитация чего-то. Mm-hmm. Давай, высыпай, Вер. Дальше что там? Сырные, да? Вот так берешь, смотри, вот так. Чих, 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 чих,
всех. Теперь что? Сейчас, ребятки, прочитаю. Короче, залить водой до метки. О, сейчас. И поместить в микроволновку. А на сколько? Там написано 2-3 минуты. Давай на 3. Ой, а запах этого душика. Да. Давай, все. Господи. Где там? О, крышку уже надо. Стоп. Крышку давай. Дай. Я открыть. Да. Сандермында за пупындер. Так, приоткрыть, да? Вот так, она не отвалится. Вот так, наверное, да? Ну и все. Ребятки, а мы приехали в Майкоп. Это уже следующий день. Хотим Верочке купить сережки. Сейчас вот выбираем. Ей скоро 10 лет будет, 24 числа. И кинулись, а все сережки совсем для маленьких деток. Ну, вот сейчас посмотрим, да, дочь? Ой, да тепло, Сань, не нужно. Суперские. Мы прошли 2 магазина. Вот, и сейчас хотим сюда зайти. Ювелирный мир. Кафе Сари. Корейская, японская, европейская кухня. И хотим посмотреть здесь еще сережки, да, дочь? Ага. Посмотрим уже, что можно выбрать. Вот. Классный этот магазин, мне он нравится больше. Здесь такой выбор, более современные модельки. Пошли. Вперед, вперед. Вперед. О, сил давай, нет. Давай. О, здесь супер. Да, мы посмотрели. Были очень красивые серьги, но они очень громоздкие, большие. Ну и цены, конечно же, есть и 200, и 250 тысяч серьги. Это много? Вообще, это очень дорого. А вот, смотри, а, здесь серебро. Да? Да. Ну, где еще магазин? А, ну пойдем, пойдем, пойдем. Супер, вообще очень красивые. Очень красивые. Очень. Нравится, дочь? Да, покажись маме. Вообще. И я тебя в зеркало тоже покажу. Смотри. Вот так. Это просто вторая серьга. Она немножко тянет. Ну как? Шикарно. Давайте. Разрезай. Ура! Так, теперь смотри. Вот это я отдаю тебе. Все документы. Да. Угу. И теперь я тебя буду наряжать. Да, сейчас будем наряжаться, Верочка. Давай. Тамара наша подписчица на Ютубе. Она сначала стеснялась сказать, а потом говорит: Люба, Саня, да я подписана на вас. Видите как? Какая красота, посмотри. Спасибо, спасибо большое. А теперь самое главное, посмотри на себя. Красиво. Да? Спасибо огромное, супер. Красота. Видишь, тут Тамара, она наша подписчица. Она сначала говорит, так не это. Ну-ка посмотри. В темноте светится. О, еще как. Еще как, дочь. А ну-ка вторую сережку. О, еще как светится. Вообще, да? Ой-ой-ой-ой. У мамы даже таких сережек нету. Да? Как сказали, Лондон Топаз. И... Ну, носи, дочь, на здоровье. Все, поехали домой. Саня пошел, мы приехали. KFC. Сказали, все время нас поправляет, а мы по-своему KFC, понимаете, KFC, надо говорить правильно, да, ребят, всяких там запугундров.
такая ситуация была интересная. Зашли в один магазин, ну, в первый попавший мы же не можем взять, надо посмотреть, что там в других магазинах. Зашли через дорогу в другой магазин. Потом пошли в третий магазин, да, вот где вот я говорю, мне нравится. Мы там покупали, где вот этот ювелирный мир. Кольцо мое вот это вот. Потом сережки другие. Вот эти сережки это покупали, знаете, где? В Москве, когда я получила декретные. И мама говорит, купи себе сережки золотые. Вот эти не видно, я их купила себе. Когда с Ромочкой была беременна, еще работала. Получила декретные и купила сережки. Вот. И мне очень нравится ювелирный мир. Ну, там что-то ассортимент маленький, но там, конечно же, такие изделия крутые, но и цены там. Представляете, не могу сейчас сяду. Вот так, тяжело. Ну и цены там. Я думаю, что это еще не последние цены, да, не самые высокие. Говорят, и там и цены вообще бывают заоблачные. Вот. И мы оттуда пришли, потом зашли еще в какой-то магазин ювелирный, там посмотрели. Вот. Вернулись опять в первый магазин, посмотрели, что к чему. И напротив, они два одинаковых магазина. Вот. Во второй магазин зашли, посмотрели. Вот. Пошли опять в другой магазин и уже по цене, где какая цена будет окончательно. Выбрали эти серьги, Верочка их выбрала. Сначала она хотела с аметистом, сиреневые. Вот, а потом выбрала вот эти голубой топаз. А, Лондон топаз, то есть простой это топаз, такой прям красивый цвет, такой, как вот прозрачная вода голубым оттенком, да, вот красивый он. А это Лондон топаз, он темный, голубой вот этот, что ли, он. Вот, и там приценились, посмотрели, значит, в первом магазине они весили 2 грамма 62, а где мы взяли 2,54, то есть на 0, сколько, 0,00 там, сколько там, 6, на 0,008, да, получается, что в первом магазине эти серьги нам сказали 28 400 с чем-то, а во второй магазин мы вернулись, там получается то, что на 0,08 сколько-то там меньше, получается 26 с чем-то. И, короче, нам сказали 26 будут эти сережки со скидкой, то есть цена была тут 45 и плюс еще скидка идет. Это не реклама, мы купили этот чек, я ничего никому не рекламирую. Вот, и еще на эту цену сейчас идет цена 45% скидки. Ребятки, на такое золото блогеры делают, зарабатывают и делают рекламы. Я показываю сама все, что мы покупаем. Вы знаете, мы уже стали задумываться о том, чтобы делать рекламу. Правда. И ни грамма я не кручу и верчу, правда. Этим мы займемся в ближайшее время, потому что нужно работать, нужно продвигаться вперед. В этом ничего такого нет. Вот, если реклама, я скажу, это реклама. Если нет, это нет, это не реклама. И в принципе, это разницы нет. Если мне что-то не понравится, я скажу сразу в лицо, что мне это не нравится. Короче говоря, мы заходим в магазин, и такая женщина приятная, так разговаривает, так с Верочкой. Я говорю, вам надо не здесь, говорю, вам надо в детском саду, говорю, работать. У вас такой подход вообще к людям, к ребенку. То есть в первом магазине ей померили, ей даже не обработали эти сережки, ни салфеткой, ни спиртом, да. А здесь вот женщина открыла салфеточку, обработала, да, надела все как надо. Вот, а потом мы приценились, что здесь получается подешевле. Там 0,08 грамм каких-то. И вот нам эта женщина... Карта, да, вот эта карта, там уже 100 лет мы ничего не покупали. Ага, там уже по этой карте именно. Ага, и вот она карту делает и говорит, Люба... Я такая, о, думаю, надо же, карта, да, от этого золотого магазина. Ну, может, там имя есть, да, потом Саня. Я такая уже на Саню смотрю, думаю, странный магазин, откуда все данные знают. Понимаете, как Люба, Саня... С такой улыбкой я уже на Саню вот так. И эта женщина говорит, ребят, говорит, да я же на вас подписана. Я когда вы первый раз зашли, я сразу вас узнала. Я говорю, а что вы не сказали? Она говорит, я так стеснялась, мне так неудобно было, так неловко, я же вас знаю, я по вашим рецептам готовлю, я смотрю вас, шиндер-мыдр. Вот, и я говорю, надо было сразу сказать, ага, зовут Тамара. И, честно, так приятно было, вот, правда, вот, без всяких, вот, правда. Спасибо вам огромное, Тамарочка, вам огромный привет. Вот, она говорит, Люба, а что это на Ютубе будет? Я говорю, будете. Она говорит, вот видите, вы какая звезда. Я говорю, вы тоже будете звездой, Тамара. Посмеялись. Вот, все так отлично. Спасибо огромное. Хороший выбор, я считаю. Ну, 10 лет это первый юбилей. Достойный подарок. Вот.
А то сережки все маленькие, которые надевали. Вот я же говорю, 2 года не носили, хотели, чтобы дырка заросла. Понимаете, сделали дырки, и когда нам делали дырки, мы не посмотрели. Я не знаю, как эта женщина прокалывала ей уши, но видно вот так вот. Понимаете, в одну дырку смотрит, а в другую прокалывает. То есть получается одна дырка наверху вообще, а другая ближе внизу и ближе к щеке. Понимаете, это вот так все кололось. Я говорю, не надо, сейчас пусть это зарастет. Потом мы наденем, Саня уже пришел. Зарастут пусть ушки, а потом наденем. Представляете, недавно достала золотые сережки себе поменять. Я говорю, ну-ка, Вер, давай глянем. Так я со свистом прошла серьга, несмотря на то, что, вы представляете, 2 года мы не носили. Надеваем те сережки, они маленькие, они вот здесь в мочке, понимаете, в мочке, ну, вот по длине вот здесь, они у нее прям вот так вот, маленькие, все маленькие. Я говорю, ну все, значит, что подарить на день рождения? Ну, все есть, давайте подарим. Причем, что это подарок от дяди Лёши, от бабушки, от нас, от родителей. Понимаете, вот мы все скооперировались, собрали, и получилось наш семейный подарок вот так вот. Да, дочь, тебе нравится? Да. Ой, твоя солнышко, какая благодарна. Мамочка, папочка, спасибо, спасибо. Ну, потом дядя Лёша придет, тоже скажешь спасибо, слышишь? Так что вот такие дела. Вон, купил, сейчас поедем. Видите, с собой эту зайку берет теперь. Эта зайка у нее пристегнута была. Вот. Все, Саня, маэстро. А он там что-то снимает, ее что-то. Поздоровайся с людьми, Саня. Саня, поздоровайся с людьми. Всем привет. Всем привет. Все, ребятки, мы поехали домой. Все, завтра в школу, завтра понедельник. Уже все, мы не сможем ничего никак. Мы все быстро туда-сюда и все. У нас просто мама захотела крылышки острые вот эти. Она их очень-очень сильно любит. Ну, мы взяли крылышки, Саня взял ведерко и 2 вот этих. Как вам, что там 2? Боксмастер. 2 боксмастера это и все. Оригинальный, не острый. Все, мы едем домой. Мы приехали домой. Все, дома. Все. Быстро, да, Сань? Да. Все, снимаю с зарядки и домой. Арчи! Приехали, мы здесь. Здесь. Все, мы вот пришли, все, приехали. Все, соскучился. Соскучился мальчик. Все. Все, заходим. Пойдем. Бабушке уже показывает. Бабушке спасибо сказала? Бабуле спасибо сказала? Да. Красивая, мам? Очень. Поцеловала бабулю? Да. Ну все, сейчас кушать будем, мам. Молодцы, спасибо, что купили такую красоту. Да, сейчас кушать, мам, будем, давай. Вкусно? Угу. Ешь, мамочка. Вкусно? Очень. На здоровье кушай. Вкусняшки, обожаем вот эти крылышки. Ну, по пути взяли. Вкусные. Ребятки, всем привет. Ну, как мы уже здоровались с вами. Да, мы выехали, набрали угощение. Завтра же у Верочки день рождения будет. Но это видео, когда выйдет, оно уже за день рождения уже все. Уже будет, наверное, числа 25-го. У Верочки 24-го день рождения, 10 лет. Взяли на весь класс, в классе 25 человек. Это каждый добровольно делает из родителей. Никто в школу ни в коем случае не заставляет. Но вот у нас вот и у Ромочки так было, и у Верочки так. И, думаю, у многих так, ну, классов, да. Что, ну, каравай. Каждый делает там угощение для одноклассников. Вот, мы приехали, набрали, и сейчас вот зашли в Навалберис, забыли, что там, короче, там какие-то ниндзя на день рождения, ниндзя, понимаете, там сейчас какая-то мода, я даже не знаю, как их звать, их там 100 тысяч миллиард, и они знают, как их звать, понимаете, ребятки, если кто в тренде, кто ее узнает, ну... Я в тренде. Да. Я вообще это не лезу, короче, я пришла, я сейчас заберу это, хухры-мухры пришел какой. Смотрите, еще Новый год. Но дело не то, что Новый год, вообще красиво. Вообще молодцы, да? Да. Ладно, все, давай. Пошла я, сумку мою держи. Пошла. Ой-ой-ой. На улице весна, ребятки. Прям тепло. Забрали, ребятки. Сейчас я вам вот так покажу кусочек. Потом дома покажу. Вот, если кто понимает, что это там. Клкэ аниме. Клкэ. На, Саня, убери, спрячь до утра. Честно, я думал, коробочка да будет сейчас, ага. Побольше. Нет, Саня. Я когда заказывала, я в шоке была, что она там... Ну, что такое? Что она заказывает? Все. Ребятки, мы приехали. Сейчас здесь все нужно будет собрать. Там в багажнике, здесь все. Короче говоря, сейчас все потихонечку запрячем. Видите, вот так набрали соки, конфеты, чокопайки. Пакетики вот такие для угощения.
каждому 25 человек. Бумагу я забежала в фикс прайс, взяла вот такую бумагу. Смотрите, какая красивая, ребятки. Да, это радуга. Даже не знаю, смотрите, какую открытку взяла. Ты играешь особенную роль в моей жизни. Смотрите, ролл. Что у нее там глаз стал? А замерз. Вот. Судорога. Прикол же, да, ребятки? Сейчас упакуем, все красиво сделаем. По-партизански, да? Вот тут анимашки эти. А, в пятерочку зашла, взяла помидоры. 116 рублей. Огурцы 199 рублей. Все, ребятки, я тоже буду помогать. И выходим. А мы с Аней уже все покушали. Мы вот сели. А, куриный бульон варила. И салат сделали сейчас быстро. Ну, вот кашу отварили уже. Чуть-чуть. И вот так едим. Курочку в холодильнике нашли, которая домашняя. Приятного вкусная. Аппетита. Спасибо. Вкусная. Здоровья. Сейчас поедим и будем собирать, да? Пакетики, макетики. Все сядем, быстро сделаем, да? Угу. А потом Вера уснет, когда этот. Мы сделаем, упакуем. И сейчас ей надо сделать 40 косичек, чтобы завтра она была у меня кудрявая, с лаком. Она попросила. И ее блузку. Мамочка, где моя блузка белая оверсайз? Я говорю, на гладильной доске. Можно завтра надеть? Я говорю, можно. Черные джинсы и блузку белую. Угу. Вот. Завтра что, 3 урока? Угу. Ну, хорошо. Ребятки, мы, смотрите, время сколько. Мы делаем косички. Делаем косички, чтобы потом... Ой, какие волосы у тебя блестящие, живые. Видите, вот так вот делаем косички. Папа вон лежит. Трясогузка. Что? Трясогузка наш лежит, а мы делаем косички. Еще здесь сейчас сделаем, чтобы завтра волосы, да, были волнистые, mm-hmm. красивые, а? Mm-hmm. Там сейчас будем складывать все это, пакеты. Эй! Эй! Миша! Мишка! Тоже хочешь туда? Ладно, все, будем дальше продолжаем делать. А ногти, ногти, ногти покажи. Ногти. Сейчас. Вот, ногти. Ногти. Не шутите. У Верочки очень красивая вот эта форма ногтевой пластины, да? Она у нее такая, как вам объяснить, не короткая, а такая вот, как она называется? Кто вот делает маникюр? Мастера есть же? Вот, красивые у нее такие вот. Это пострижены по самой гланды. Видите, длинненькие такие. Накатулечки, пальчики такие, да, Вера? Тоненькие. Mm-hmm. Ой, девочек. Mm-hmm. Да, смотри, что делает. Браконьер куда лезет? Эй! Эй! Миша! Что надо-то, а? Миша! Эй! Он любит по пакетам, по коробкам, потом еще залезет, сядет. Uh-huh. Эй! И по шкафу. Эй! Ловите. Эй, кто пришел? Кто пришел? Арчушка пришел. Жир! Выходи оттуда, нюхает, видите, потому что все это чужим пахнет. Жир! А что? Давай ты кусай. Я помню, как Мишка себя в первый раз в зеркале увидел. И что, испугался? Да, он начал лапами вот так вот. Самого себя пробовать. Жирок. Ладно, давай дальше. Дальше будем, да? Угу. Чего ты смеешься? Mm-hmm. А что смеешься? Растет, да что? Да, 10 лет, Вируженька. Тебе уже 10, слышишь? Угу. Время, смотрите, сколько. Сейчас на телефоне сколько? 23:57. Она говорит, я, говорит, пораньше встану, говорит, чтобы этот, чтобы подарок увидеть. Ага, а сейчас время 40 минут до 12 часов. Мамочка, у меня скоро, говорит, день рождения будет. Я говорю, ну да, ну ты этот, как его звать-то? Днем родилась. Ага. Подарок-то еще не запаковали. Ну, как бы утром дарить. Она сейчас, ей нравится, знаете, вот эта тематика. Ребятки, родители, обертка. Ёшкин кот. Подержи вот этот кончик. Сейчас вам покажу, ребятки. Вот эта тема, вот эти
Видите, вот эти ниндзя актуальны, Сань. Как они называются? Аниме. Аниме, как они? Подожди. Гон. Геншин. Геншин. Круче. Сережки. 180 рублей. Сейчас подарим ей. На, засунь-ка. Ну, а утром подарок этот. Ну, вот эта коробка с этими там. Там. Черти чё. Ей нравится. Это сейчас в тренде. Да. Так, сейчас сколько на телефоне время? 23:58 сейчас, ребятки, еще. Так, нам еще подарок упаковать. Что еще нам надо? Чё? Детские подарки мы сделали. Все, как конвейер. Щух-щух-щух-щух-щух. Я, Рома, Саня, Вера. Щух-щух-щух. Получилась полная икеевская сумка. Завтра утром Саня пойдет. Веру, торт еще возьмешь, чтоб чай попили учителя. И этот, Екатерине Викторовне позвони, чтоб тебя там пропустили, охрана. Чтоб сумку проверили, самое главное. Мало ли чего в твоей сумке. А может, какой-нибудь там неправильный Дед Мороз. Или кто там? Кур-бобо. Кур-бобо, волшебник. Шифруешься с конфетами. Правильно, нужно, я считаю, проверять всех с головы до ног. Правильно, ребятки, в наше время такое? Под вот этими конфетами. Ой, сейчас я начну. Ой, не надо лучше. Не надо. Скоро день рождения. Так, 23:59, ребятки, отключайся, пошла. Она даже не знает, что мы сейчас подойдем ее поцеловать. Все. Серьги где? В карман, как шпана. Дай. Что ты? Такое неуважение. Это же подарок. Так, сейчас время сколько? Так. 23:59 сейчас, ребятки. А что эти часы отстают на пару минут? Ну, ладно, пока отойдем сейчас. Так, сейчас, ребятки. Тихо! Спим все! Давайте спать ложиться! О, 12 часов. Верочка, доча, с днем рождения! Спасибо! С днем рождения тебе! Тебе уже 10 лет исполнилось. С днем рождения, солнышко. Рома, не выбегай, стесняется, бежит. С днем рождения. Доча, иди, на тебе это подарочек. Это сейчас тебе до 12 часов. Иди, бабуля тебя поздравит, поцелует. Давай, быстро. Кызым, давай. Бабушка, у нас уже день рождения. Мы никто не спим. Иди, бабуля тебя поцелует. Какое сегодня? Уже все, 12 часов, мам. 24 число. 24 число. Поздравляю, чтобы только были счастливы и не болели. Да, это самое главное. Включи свет, что же вы тут, а? Ну давай, померяй. Давай. А что здесь таз лежит? О, Господи. На, шапку туда. Как и ты хотела, да? Да. Мы эти не будем снимать твои сережки? Или в этих пойдешь? Или в этих пойдешь в школу? Пойду. Вот в этих? Нет. В новых пойдешь в школу? Да. Да? Таких новых. Нет, она хочет в аниме. И Арчи вон проснулся. Нет, не мишки, это анимешки новые. Ну-ка, покажи. А сейчас покажу, мам. Ты Сяо. Кто? Сяо. Ёшкин кот, вот, мам. Это Сяо, мам. Это Сяо. Сяо. Ёшкин кот. Сяо. Сяо, ребятки, это Сяо. Они двухсторонние, эти Сяо, да, мяу. Да, я знаю. Ну все, это мы сейчас надевать не будем. Завтра, ладно? Да. Перед школой. Все, дай поцелую, тебе уже 10 лет. Ты уже такая большая у нас. Ну, мы отмечать будем в субботу, потому что у нас завтра очень много уроков, дополнительных занятий. Ага. Что? Что? Прическа, да, такая? Кызым! Бяхке! Бяхке! А, чирали кыз! Бяхке! А, чирали кыз! А это-то, смотри, наш агрегат. Ты агрегат. Саня, ты что там пеленку не постелил? А то он там нам сделает бахчисарайский фонтан. Так, и сейчас ребенку да, глаза почистим. Вон там, где там раньше пылесос, да? Ага. Ну там тепло, там батарейки. Сейчас я еще поглажу белую блузку и джинсы черные.
Все, а теперь давай спатеньки будем ложиться. Давай, все, пошли. Пошли, вон зайчики надела. Давай. А подарка нету, это все только утром. Да, вот на, держи, держи. Давай. Хайр, саламат булинг. Все. Спокойной ночи, доча. Доча. Выключай свет большой, бабушка. Все, всем спать. Нам, мне еще гладить вот это ненавижу. Давай, выключай. Все. Все, спать. Елку тоже сейчас. Саня, отключай елку. Отключай. Все. Всем упасть, отжаться, спать. Все. Вот лежит здесь мадмуазель Петрович. Посмотрите, что он делает. Вот лежит. Вот он лежит. Я монтирую видео, пришел и лежит. А? Жир. Жир. Ой, жир, жир. А, жир. Жир. А, доча? Ты светишь? Да? Нет, видишь, что делать? Вот у тебя же занавески закрыты, ну? А у меня в комнате прям на потолку. А, хорошо, я больше не буду. Иди ложись, все, выключаю. Жир. Жир. Ты спать не хочешь? Не хочу. Нет, доча, надо, уже время много. Все, давайте спать. Жир. Жирка. Смотри лицом туда, а то как сейчас укусит. А то что-то он сейчас это... Как даст мне лапой. Слышишь, доча? Все, давай ложись спать, доча. Все, спокойной ночи. Жир. Пока. Спать. Спать, жир. Спать. Все, выключаем. Вера, давай на хвост не наступи ему. Все, давайте спать. Все. Да это я. Все, спать, жирка. Спать. Все. Давай лапки сложи. Лапки как зайчик сложи. У-у-у.